Всем привет из прекрасной Южной Каролины, с вами Виктория. Сегодня мы будем делать обзор вот этого прекрасненького домика. Очень классный. У нас здесь получается высокие потолки, 10 фитов. Смотрите, какой красивый камушек здесь. Вход. Уже окошко здесь тоже очень классно. Смотрите, какой у нас здесь коридор с такими красивыми стеночками. Стандартно идет с этим застройщиком. Здесь у нас уже такие красивые потолки. Очень красиво вход. Мы посмотрим сначала здесь, влево. У нас здесь туалет полный. Здесь у нас больше, чем 2300 square feet. Точно я напишу, сколько. Здесь у нас получается одноэтажный домик. 4 комнаты и 3 туалета. Сейчас мы проверим. Точка. Точно. Вторая комната здесь. Большие комнаты. Мне кажется, здесь даже больше square foot, чем я сказала. Я потом опишу все в описании. Смотри, какой вход. Просто обалденный. Просто здесь еще есть на втором этаже комната с туалетом. Это вообще классно. Здесь у нас... Ой, я даже в эту сторону не включила свет. Здесь у нас еще такой проходик. Это у нас такая потаенная комната. Под stairs со светом. Конечно, туда можно вот так вот. Запихнул кого-то и не найдут. Шучу. Я шучу. Это гараж у нас. Обычный гараж, стандартный. И вот это у нас прачечная здесь. Ну, это классно. Сюда оно невысокое, но очень можно что-то туда спрятать. Как Christmas tree, например. А, здесь у нас кладовочка. Второй этаж. Я покажу тоже. Там бонус-комната. Там вообще обалденно. Остановимся здесь. Что у нас? Значит, две комнаты впереди, полный туалет. Здесь у нас жилая, это как бы living room, family room, как вы хотите называть. Главная комната. Опять потолки очень высокие. Здесь 10 фитов. Вот эта кухонька. Это living room, столько окошек. У нас сегодня уже вечер, так что свет, ну, много очень натурально, потому что много окон, кухня вообще обалденная. Смотри, какой здесь красивый гранит вообще. Столько много места, столько можно вот сидеть. Белые кабинеты, плиточка. Вообще обалденно. Вот это вообще классно. Смотрите, аж туда надо делать просто здесь кабинетик, да? Что у нас здесь? Pantry. Тоже очень классно. Много места. Высокие кабинеты. Очень красиво. Это у нас как столовая. Сейчас мы глянем на улице. Здесь есть такой covered porch, небольшой, но классно вообще. Здесь немножко даже больше залили. Здесь, конечно, соседи, мы не будем на них смотреть, их не дела проверять. Так, да, здесь не очень большие латы, есть HOA. Я всю информацию напишу, но хотела закрыть за собой двери, чтобы меня никто не украл вечером здесь. Safety first. Всегда надо быть осторожной. Так, дальше у нас второй этаж. Значит, а мы пропустили одну комнату. Мамочки мои, я спешу. Мы пропустили комнату! Главную, можно так сказать. Смотри, как классно. Рамочка, вот это вообще. Ну, была бы простая стенка, но не смотрелась. А так вообще классно. И это наша primary bedroom, главная комната. Она в окно, большая, просторная, primary bathroom, туалет главный. Смотрите, какие классные кабинеты. Зеркало, свет. Здесь у нас огромнейшая walk-in shower, душевая, окошко, но не открывается, к сожалению. Но есть фен. Смотри, какая большая душевая, классно. Здесь у нас кладовочка. Нет, я всегда так делаю. Это у нас туалет. Здесь у нас кладовочка. Здесь у нас кладовочка. Люблю, обожаю кладовочки. И классная walk-in closet. Так. И теперь мы помчимся на второй этаж. Свет выключаем. И мчимся на второй этаж. Так. Ага. Окна, красота. И теперь мы по ступенькам мчимся на второй этаж. И потом я буду запыханная вся. Окей, вот это у нас
бонус-комната, второй ливинг-рум, и играй бильярд, я не знаю, в футбол можно здесь играть вообще. Обалденно. Имеет тоже клазет, но она такая, более как, например, игры поставить, я не знаю, что-то сложить. И здесь у нас еще один туалет полный, ванная, умывальница, опять у нас здесь кладовочка и еще комната наверху. Значит, здесь 4 комнаты, 3 полных туалета. Обалденно. Еще одна потайная комната, но это уже я знаю точно, что выход на чердак. Там уже тоже можно Christmas игрушки слаживать. Такие классные у нас здесь есть места. Спасибо за ваш просмотр. С вами была Виктория. По всем вопросам, пожалуйста, звоните 864-705-9531. 864-705-9531. Этот домик находится в Редвилл. Moving ready. Он уйдет очень быстро. Цена обалденная. Он listed меньше, чем 400 тысяч. Есть HOA небольшая. Всю информацию я включу. Звоните, если вы интересуетесь, и я вам найду your dream home. Спасибо. До следующего видео.